Мы были охотниками и собирателями. Нас окружали рубежи. Мы были привязаны к земле, к океанам, к небу. Дорога все еще тихо зовет нас. Наш шарик из земли и воды — сумасшедший дом для сотен, тысяч, миллионов миров. Мы даже не можем привести в порядок нашу собственную планету, расколотая соперничеством и ненавистью. Как же мы можем стремиться в космос? К моменту, когда мы сможем освоить даже самые близкие планетарные системы, мы изменимся. Нас изменит сам факт, что сменится такое большое количество поколений. Нас изменит необходимость. Наш вид умеет приспосабливаться. Альфа Центавра и других ближайших звезд достигнем уже не мы, а вид, очень похожий на нас, который получит больше наших достоинств и меньше наших недостатков. Более уверенный, дальновидный, талантливый и благоразумный. Несмотря на наши неудачи, ограниченность и подверженность ошибкам, мы, люди, способны стать великими. Какие чудеса, о которых мы не смеем и мечтать сейчас, будут доведены до совершенства в следующем поколении, а в следующем? Как далеко наш кочевой вид заберет к концу следующего столетия? А тысячелетия? Наши дальние потомки, надежно укоренившиеся на многих мирах Солнечной системы и за ее пределами, будут едины. В их общих традициях, в их уважении к родной планете и в знании, что какими бы ни были другие виды жизни, только люди во всей Вселенной происходят с Земли. Они будут вглядываться ввысь, пытаясь найти голубую точку на небесах, и будут изумляться, каким уязвимым некогда было вместилище нашего исходного потенциала, каким опасным был период становления, как скромны были наши истоки, и как много рек нам пришлось перейти, пока мы нашли свой путь.